Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Администрация Кирова разрешила КССК построить напротив дымки 26-этажный дом. Ранее предполагалось, что объект на Московской 209, это жилой квартал метро, будет не выше 17 этажей. Как говорится в постановлении на сайте мэрии, отклонение от предельных параметров разрешено в связи с, цитирую, «неблагоприятными для застройки характеристиками земельного участка в виде перепада высотных отметок рельефа». Принятое градостроительное решение обосновывает единую высотную отметку жилых секций. В документе также уточняется, что по адресу Московская 209 появится многоквартирное жилое здание со встроенно-пристроенными помещениями торгового назначения, в том числе помещениями поликлиники. Дайджест недвижимости. Качество жилья для переселенцев в Урчевском районе проверят кировские следователи. Об этом сообщается на официальном сайте регионального следственного управления Следственного комитета России. Ранее жалобы на несоответствие предоставленного переселенцам жилья нормативам обнародовали активисты регионального отделения ОНФ. В поселке Торфяном в доме на улице Юбилейной, 5, площади квартир не соответствуют нормативному метражу. Ванная комната с санузлом общие. В итоге из 9 построенных на бюджетные средства квартир заселены только 3. Для устранения дефектов необходима полная перепланировка дома. В здании на Заводской 1 в стрижах, в стенах и на полу появились трещины. Из-за усадки дома деформируется и отходит от стен гипсокартон, рвутся обои. По мнению экспертов ОНФ, часть строительных дефектов носит неустранимый характер. Сейчас по этим фактам ведется доследственная проверка. Дайджест недвижимости. Кировчанам расскажут о том, как улучшить жилищные условия. Бесплатный семинар на эту тему пройдет в субботу, 22 апреля, в областном дворце молодежи. Это улица Красноармейская, 19. Участникам расскажут о том, как молодой семье из Кирова улучшить жилищные условия за счет средств материнского капитала, государственных субсидий или ипотеки. В качестве примеров будут рассмотрены разные варианты: строительство квартиры, покупка готового жилья, строительство индивидуального жилого дома. Мероприятие проходит при поддержке администрации Кирова. Для участия необходима регистрация по телефону 750-999. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.